14 сентября в столице Таджикистана, городе Душанбе, состоялась концертная программа «Вечер дружбы». На концерте присутствовали президент Ильхам Алиев и президенты, участвующие в 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Saçlarının rengi payızdır, gözlerinin rengi deniz. Almaya benzer yanağın var, ay üzün aydan da temiz. Gönce dudaklarda gülüşler, yine gözlerime görünsün. Beni menden alan öpüşler, yine etrafıma bürünsün.